Сегодня дегустируем сливянку. Поехали! С вами Самогон Саныч. Здравствуйте, уважаемые зрители! 3 месяца назад делали сливяночку. Настойку из сливы. И вот что у нас получилось. Цвет рубиновый, темно-рубиновый, я бы сказал, даже гранатовый. Вот бутылочка здесь стоит, можете посмотреть. Получилось из нее у нас 200 миллилитров мы тратили самогона, и получился выход 400 миллилитров. Ну что, запах? Слива. Давайте отведаем. А выпью я сегодня за здоровье тех зрителей, которые по моей просьбе поддержали канал и помогли со сбором средств на индукционную плитку. А именно, выпиваю за здоровье Михаила, Матвея Северянина. Матвей, вам еще спасибо за коучинг. Андрея Батискав, Виктора Анисимова, Стегния, Алексея Владимировича. Алексей Владимирович, ваш вопрос я получил и внес в список тех вопросов, которые уже были заранее, так сказать, сделаны. Алексей Викторович, Ренат Наильевич, Игорь Немой, Юрий Юрьевич, Вадим Михайлович, Игорь Алексеевич и Артем Александрович. Большое вам спасибо, уважаемые зрители. Общая сумма сбора составила 3085 рублей, что почти хватает на плитку. Ну, думаю, еще 500 рублей как-нибудь насобираем. Итак, пробуем сливянку за ваше здоровье. Жаль. Жаль, уважаемые зрители, что вас нет рядом со мной, дабы продегустировать этот божественный напиток. Вкус сливы, хорошая крепость. Ну, алкоголь хорошей крепости, но не бьет. И, в общем, сказать могу только одно. Вот слива. Просто слива. Сладкая, прекрасная настойка, которая украсит любой стол. Жаль тех зрителей, которые не делали 3 месяца назад этот божественный напиток. А те, кто делали, уважаемые зрители, эта бутылочка украсит ваш новогодний стол. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много что интересного. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось. И поддерживайте канал донатами. Ссылочки в описании. До свидания.